История картинга началась в начале 50-х годов прошлого века. Считается, что гонки на маленьких авто придумали американские летчики. Сегодня картинг для одних – это первая ступенька в большой автоспорт, для других – хобби. К слову, в Могилеве открылся второй по счету в стране картинг-клуб. Приглашаю на экскурсию. В нашем областном центре десятки лет существует секция по картингу, и хочется отметить, существует неплохо. За это время было подготовлено несколько мастеров спорта, спален не один комплект резины, проеханы тысячи километров. Ну и, конечно же, бывал и победный финиш под клетчатый флаг. Однако спустя годы ты начинаешь осознавать, жить без картинга не можешь, но перчатки уже давно повешены на гвоздь. Выход один, считает Олег Соловей, и вместе с партнерами по гонкам, а ныне по бизнесу, открывают первый в Могилевской области и второй в стране картинг-клуб. Сюда пускают всех, кому уже исполнилось 14, испытать себя на гоночной трассе. Наличие опыта вождения здесь не важно, как и водительского удостоверения. А за ДТП на повороте никто не будет штрафовать. Гаишники далеко, да и безопасно. Несмотря на высокие скорости, гарантированно. Это вид спорта, который как бы завлекает, скажем так, увлечение такое, ну, для многих. Трасса около 150 метров. После первого поворота длинный туннель, в завершении которого крутой вираж на 180 градусов. Приходится работать не только педалями, но и постоянно крутить руль. Ощущение, конечно, невероятное, особенно когда входишь в вот этот длинный тоннель, набираешь скорость, потом резкое торможение, разворот на 180 градусов, поворот влево-вправо. Фух, как минимум Михаэль Шумахер. Картинг-клуб только открылся, желающих почувствовать себя гонщиком уже на несколько заездов вперед. Есть среди любителей скорости и девушки. Газ. Для того, чтобы остановиться или затормозить, отпускаем газ, нажимаем тормоз. Это же нет ничего страшного. То же самое, что на машине есть. А есть опыт уже вождения? Конечно, есть. Ну и как впечатление? Отлично, очень. Мне понравилось, много адреналина. Классно. А что самое интересное было? Самое интересное, когда на поворотах заносит, и ты не можешь с этим справиться. Бояться и на самом деле нечего, безопасность превыше всего. Вся трасса в отбойниках, сами картинги по периметру защищены от повреждений. Обязательно шлем. А вот скорость может достигать до 60 км в час. Некоторые этим и пользуются. Адреналин переполняет. Побольше таких заведений в нашем городе.